У нас сегодня была дискуссия вот с Данилой, который сейчас выступает, по поводу того, кто у нас в стране лидер по инновациям и кто несет флаг, скажем так, да, потому что если кто-то несет флаг, за ним выстраивается группа поддержки и говорит, вот мы за этим флагом идем, ну, например, там Россия или там, ну, когда Олимпийские игры, там, это же под флагом все происходит, так вот, кто несет в России, в современной России флаг инноваций? КАМАЗ – это очень хороший, современный, я бы сказал, немножечко староватый, но в современность смотрящий завод, потому что электромобильные тяги в мире очень много. И, скажем так, тяжелые грузовики электрические в большом количестве никто не делает. Да, и поэтому, наверное, КАМАЗ отличится. Но флаг инноваций КАМАЗ слабоват для нести флаг инноваций для страны. И вот у меня есть ощущение, извините, что я, как говорится, закончу, да, нужен какой-то лидер, кто возьмет общий флаг инноваций. Ну, то есть свой Илон Маск российский какой-то, условно. Илон Маск, это должно быть что-то другое. Это, ну, Илон Маск... Условно. Не обязательно, да, в этой отрасли. Условно. Но я бы сказал, своя DARPA нужна, да, такая. У нас было понимание, что ФПИ, например, Фонд перспективных исследований, может стать а-ля DARPA, но он больше военный, как и DARPA, кстати. Вот. Но как взять этот флаг? Вот смотрите, Татарстан очень интересное место, оно очень диверсифицированное. Здесь очень разные индустрии и очень разные отрасли. Мы есть. Говорим, мы Россия в миниатюре. У нас есть сельскохозяйство, да, и нефтедобыча. Я бы даже сказал, государство в государстве, если хотите. Да? Поэтому мне кажется, что здесь есть, во-первых, очень хорошая база и очень хороший фундамент для того, чтобы двигаться инновационно. А второе, нужно как-то очень деликатно взять этот флаг, потому что как только вы его возьмете ярко и непринужденно, к вам возникнут вопросы, скажем так, да, почему это не Москва, например, да, или еще кто-то. Но мне кажется, Москва тоже хороша в этом отношении, потому что Москва до Собянина и Москва после Собянина или во время Собянина – это тоже две разных единицы. Соответственно, мне кажется, что есть полтора места, которые могли бы такой флаг подхватить, и Татарстан – одно из них. А какие предпосылки, кроме того, что мы диверсифицированы, то, что у нас разные отрасли существуют? У вас очень хорошие горизонтальные связи, очень хорошие. Директора разговаривают с директорами, и это очень важно. Вы решаете внутри республики очень многие вопросы, которые обычно решаются на федеральном уровне, и это очень круто, на самом деле. Я всегда смотрю, знаете как, вот у меня есть немножко времени проехать из вашего аэропорта до того места, где будет выступление, предположим, вот сюда. А это расстояние 10 километров. И за эти 10 километров я должен составить картинку Татарстана, предположим. Понятно, что это не весь Татарстан, даже близко. Да? Но как я смотрю на эти вещи? А вдоль хорошей дороги стоят очень качественные дома. Не обшарпанные, не облитые чем-то, без граффити. Аккуратненькие балкончики все одинаково сделаны. Я понимаю, что это фронтлайн, как говорится, да, это фасады, так называемые. Я бы назвал бы Потемкинские деревни. Но дальше, за Потемкинской деревней, за фасадом, нужно посмотреть на 2-3 дома вглубь. И тогда ты поймешь на самом деле, что происходит. Так вот, 2-3 дома вглубь у вас точно такие же, аккуратненькие, с балкончиками, все чистенькие и прямо ня-ня-ня. В отличие от Ярославля или других городов, там не буду называть, там, да, но если мы могли бы построить так, как у вас во всей России, это было бы, по сути, мечтой. Почему? Потому что во многих очень странах, когда мы, например, едем по Америке или там едем по Франции, не везде прекрасно. Вот прям не везде прекрасно, да? Вот, соответственно, очень многие люди склонны судить, что там прямо манна небесная, и все прекрасно. Нельзя путать туризм с эмиграцией. И я бы сказал так, что вот если бы Россия была как Татарстан, мы бы были одной из лучших стран в мире. Регионов-доноров в нашей стране не так много. И Татарстан один из них. Вот. А остальные регионы, они, к сожалению, дотационные. И там все совсем по-другому. Вот, поэтому мне кажется, что у Татарстана хорошая база, хороший фундамент, когда вы сами по себе хороши, сами по себе крепкие, вот крепко стоите на ногах. Вот тот, кто крепко на ногах стоит, тому и нужно флаг давать. И еще очень важно, что руководство республики поддерживает это все.
и поддерживает открыто. То есть вы видите развитие вот этих вот индустриальных зон новых, там каких-то специальных зон, иннополисы, там технополисы, какие-то там супер-IT-парки, медицинские парки, еще что-то. Постоянно в Татарстан приезжаешь, у тебя сразу хоп, туда, показать картинку. Ну, я понимаю, за картинкой не все может соответствовать, но во многом соответствует.